Валентина Мешкова. Сценка шуточная. Вещи и крылья. Читает Валентина Мельникова. Хозяйка пришла с работы, надела тапочки и на пороге комнаты недовольно произнесла: «Приехал ревизор». Немая сцена. Каждый дрожа думал о своем. Машина. Своим сигналом она первая откликнулась на слова хозяйки. Ох, какая жизнь меня ожидает. Левые заправки для бака закончатся. Но я люблю скорость. Можно сбросить. Сигнал поутих. Пусть двигатель отдыхает, а то стучать начнет. Успокоился сигнал, прекратил голосить, прислушался к мыслям обитателей дома. Холодильник ответил вибрацией и с места сдвинулся от удивления. Холодильник. Я полон разнообразия вкусняшек. Мне приятно радость дарить на завтрак, обед и ужин. Умею я расслаблять после трудового дня. Хозяйка, успокоительно. Умеешь. Я тебе еще в морозильничек пломбир любимый твой добавлю. Холодильник от радости довольно зажурчал. А портмоне от возмущения заорал. А как же экономия и здоровый образ жизни? Холодильник. Ты сильно не волнуйся. Более спокойная жизнь начнется с завтрашнего дня. Дверь меня не будет бесить. Энергию не буду сильно беспокоить своим напряжением. Хозяйка. Зелененькие мы не будем трогать. Но есть возможность себя еще побаловать. А тебе придется похудеть. Важный портмоне громко заскулил. Всегда набит я купюрами. Расстаться придется с ними. Зелененькие от меня спрячут. Не буду чувствовать полета и заскучаю я. Но в этом есть своя прелесть. Снаружи я буду блестеть и радовать хозяйку. Хозяйка, я тебя люблю. И буду помнить о твоем состоянии. Тратить буду, но экономно. Холодильник. Я возмущен. Если вы меня забудете, я возьму и просто отключусь. Банковская карточка хитренько улыбнулась. А что мне волноваться? Много сердечек у меня, и в каждом банке деньги. За семью замками, за семью ключами они хранятся. Трудно ключик подобрать. Хозяйка. Отстала ты от жизни. На твои ключики мы найдем один, но золотой. Тогда плакать будешь. Часы. Валентина, ты забыла, что тебя ждут? Тик-так, тик-так. Мысли твои должны спешить на свидание. Впечатления другие тебя ожидают. Потом расскажешь. Хозяйка. Спокойствие, только спокойствие для всех. У меня важная встреча. Многоуважаемый гардероб, чем ты меня порадуешь? Гардероб. Все для тебя, любимая хозяюшка. Для ресторана есть вечернее платье. Для прогулки костюм уютный. А для танцев воздушное одеяние. Есть кое-что и для полета с крыльями. Часы. Выбор сделан. Пора в путь к своей мечте. Хозяйка. Пока-пока. На крыльях любви я улетаю.